сегодня говорили, что вы так стали похожи, ну, в общем, что да. Мне, знаешь, что стало казаться? Что если между вами встать и загадать желание, оно непременно сбудется. Понятно. Я с этой мечтой сегодня пришла. Вот я загадывай сейчас поставлю... три. Нет, подожди, дай мне вначале с одним справиться. Я сейчас загадаю желание. Ой, сейчас. Слева Вова. Справа Лёва. Ой, как мне с вами здесь. Хорошо? Хорошо. Ну вот. Нет, еще разочек. Слева. Между Вовою и Лёвой жить сегодня очень клёво. Это лучше. Хорошо, правда? Хорошо получилось. Мне это очень нравится. Хорошо. И мне так обидно, что если это желание загадала я для себя, и что я так эгоистично, что ли, буду. Я так подумала. Если я вас попрошу сегодня вот разойтись, ведь зрительный зал, почему мне одной должно быть между вами хорошо? Если ты станешь, можно, Володя, вот слева? Пожалуйста. Можно я тебя вот сюда поставлю? Вот сюда я тебя поставлю с этой. Посмотрите, я думаю, что если все вы загадаете желание... Ну, загадайте. Справа Вова. Слева Лёва. Лёва, в этом зале очень клёво. Ну, это лучше, потому что первый раз ты сказала. У меня даже еще есть одна мысль. Она, может быть, как-то вам покажется, может быть, сегодня тоже не странную. Ведь сегодня вот будут транслировать же, правда, показывать сегодня съемки, да? Я думаю, что, может быть, вся страна загадает желание. Вот ты стоишь здесь. Да. Камера, может, я не знаю, как это технически получится. А вон они между Вовою и Левой. Ты забываешь меня все время. Почему это я тебя забываю? Как же я тебя так с нежностью такой, что я все время особенно подчеркиваю. Пауза. Между... Справа Лева. Слева Вова. Ну. Жизнь у нас сейчас. Хорошая. Вот нет, это вырежут, очень... Кларка, вырежут. Не, не очень съемка. Празднично получается. Давай вот. Сначала. Я попробую со второго ряда, вдруг у меня получится. Еще раз. Еще раз. Между Вовою и Левой пусть России будет. Клёво! Нет, это нормально. Ну, получилось. Лучше. Боже мой, наконец мое желание исполнилось. Я сегодня даже, видите, у меня просто стихи рождаются. Да что стихи? Я даже вам песенку приготовила. Я так мечтала спеть песенку вот для вас. Я даже волнуюсь ужасно, потому что она специально для вас написана. А петь вот рядом с вами, я понимаю, как это глупо, но это мое желание, это моя мечта. Спеть вместе с вами, или рядом с вами, или для вас. Я могу тебя попросить, Вовочка, вот сесть, вот сюда, сесть. Пожалуйста. Лев, я знаю, что как-то не принято, когда дама стоит, но я вас очень попрошу садиться.